Моники. Долго не было обзоров, вот я купил наушники, уже использовал примерно месяц или неделю. Вот качество звука хорошее, сразу же говорю. Микрофон тоже неплохой. Вот сама модель от компании Кров, модель, вот на английском не могу почитать, но 946. ПК, headset, в скайпе работает и на различных программах. Тут на английском написано. На русском: наушники для ПК, портативный дизайн, удобная конструкция микрофона и идеальное качество звука. Тут на английском написано. Windows 8 и iMac. И на Windows и ниже. То есть Windows 7, Windows KP. Вот. На них тоже работает, на старых модель программах. Тут точно так же. Тут есть вот такой штрих-код. Если он будет открыт, то значит кто-то открывал и что-то проверял. Так что лучше он должен заклеен быть. Он у меня уже открыт, потому что я их уже использую. Тут написано на английском. Сейчас. Можете все поставить на паузу и все прочитать. Тут на английском, на итальянском, на русском, на украинском, еще на каком-то языке и на казахском. Тут написано, можно перерабатывать, нарисовано перерабатывать. Нельзя выбрасывать мусорку, только можно на перерабатывающие баки положить. Они потом заберут и переработают эту упаковку. Вот. Потом тут. То есть так же. Тут все на английском написано. Вот. Оранжевый цвет есть и фиолетовый. У меня оранжевый. И тут. Сейчас. Вот. Тут, ну, можно. Короче, что-то сделать. 210 миллиметров, сантиметров, да. Кабель. 40 миллиметров драйв. 3,5 миллиметра. Миллиметра, да. Джек. Ну, сейчас вам покажу. И контроллер звука. По коробке это все. Ну, мне еще порадовало, что он необычно открывается. Вот так. Так, потом еще так, так, и потом она сама открывается. Внутри этой коробки, чтобы сами наушники не повредились. Вот такой картон был. Все. Вот. Вот такой картон был. Внутри вот этого картона можно положить кабель, шнур. Вот и сами наушники. Они мне порадовали ценой 1200 тенге по рублям. От 200 до 500 рублей. Не более, не менее. Вот, ну, в зависимости от какого магазина вы приходите. Вот. Тут они, это не настоящая кожа, но мягкая все-таки. Не знаю, из чего сделано. Здесь тоже мягкая. Еще что порадовало, они вот так шевелятся. Мне всегда такие вещи нравились. Хоть мелочь, но нравится. Еще что порадовало. Микрофон, если не нужен, пусть так стоит. Либо же вот такая маленькая, беленькая, маленькая кнопочка. Нажимайте, и вот, та-дам, сам микрофон. Микрофон неплохой, но не лучший и не самый лучший и не самый плохой. Микрофон, так можно сказать. Кабель мне тоже еще что устроило, он толстый. То есть где-то примерно через года два он порвется, если вы его не будете кусать. Ну, не знаю. Вот такая контроллерца звука плюс-минус. Шнур 210 сантиметров. Вот. Для звука и для микрофона. То есть, чтобы слушать. Вот. Они 3,5 миллиметра длину. И все. Как бы можно заканчивать обзор. Я вам все показал. Дизайн покажу. Очень хороший. Тут
Компания сама написана, но не видно. И модель. Вот с этой стороны, думаю, будет получше видно. Да. Как видно. Вот и все. Ну, а с вами был я. Всем удачи и всем пока.